Привет, привет, привет. Здравствуй, моя милая, моя милая. Здравствуй, 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 здравствуй. Как твои дела? Как твое настроение сегодня? Был сложный день, да? Да-да-да, ничего страшного. Сейчас я позабочусь о тебе, сделаю тебе массажик твоего личика, массажик твоих плеч, и усталость всего дня пройдет, 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 пройдет. Так. Сначала почистим кожу твоего лица. Возьмем два ватных мягких диска, мягеньких, для твоего личика. И вот такой вот замечательный нежный тоник. Тоник деликатно очищает, матирует и тонизирует кожу твоего личика. Он с экстрактом ириса и очень приятно пахнет. Пахнет цветочком, так сладенько, сладенько. Да, тебе нравится? Нанесем на диски. Так. Очистим кожу твоего личика. Кожу твоего личика. От всех загрязнений. Так. От всех загрязнений. Личико. Так, очистим твое личико, чтобы оно было чистенькое, освеженное и готовое к массажику. Так, и сделаем тебе обязательно массажик. Теперь смотри, у меня есть
много разных масочек для лица. Есть с медом, с оливкой. С черничкой. Есть масочка с алоэ. И масочка с гранатом. Какая тебе нравится больше? Хорошо. Так. Значит, с гранатиком. Экстрактом гранатика. Сейчас мы положим ее тебе на личико. Так. Так, так, так. 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 Сейчас я ее поправлю. Пока у тебя на личике масочка, я сделаю тебе массажик. Хорошо? Да, это будет очень полезно для твоей кожи. Так, смотри, какой красивый шарик стеклянный. Да, специальный массажный шарик. Его можно охладить. Но как масочка и так прохладная, я сделаю тебе массаж неохлажденным шариком. Так.
сделаю тебе массаж плечика. Хорошо? Так, начну я с этого твоего плечика. Так. Тебе не больно? Замечательно. Я делаю очень аккуратно. Это расслабляющий массажик. Просто чтобы тебя тебе массажик. Так. Чтобы твое утомление прошло и осталось только легкость. Ты знаешь, массаж очень хорошо делать перед сном, чтобы лучше спалось. Сейчас я сделаю тебе массаж. И ты сразу почувствуешь себя более легко. И быстрее, конечно же, заснешь. Ну что, как ты себя чувствуешь? Тебе полегче? Замечательно, что ты почувствовала себя более отдохнувшей. Так, да. На такой вот расслабленной нотке я хочу отпустить тебя отдыхать дальше. Да, дальше набираться сил. Может быть, даже ты уснешь прямо сейчас. Закроешь свои.